Приветствую вас! Если вы хотите узнать о перспективной работе, о том, как получить дополнительный или основной доход, предлагаю пройти данное автособеседование. Меня зовут Баринова Инна, я проживаю в городе Магнитогорск Челябинской области, являюсь индивидуальным предпринимателем. Если вы смотрите данное видео, то всерьез задумываетесь о своем будущем и будущем своих детей. Я думаю, вы со мной согласитесь, что найти высокооплачиваемую работу в нашей стране очень трудно. Задумайтесь, то, чем вы занимаетесь сейчас, сможет ли привести вас к финансовой независимости, осуществить мечты ваши и ваших детей. Давайте посчитаем. Трехкомнатная квартира. Средняя цена на нее 4 миллиона рублей. Если семейный месячный доход составляет 50 тысяч рублей, то мы с вами будем откладывать ровно половину на квартиру. На оставшиеся 25 тысяч рублей мы будем жить. Таким образом, откладывая ежемесячно 25 тысяч рублей на квартиру мы сможем накопить через 13 лет. Как вам такая перспектива? Если вас не устраивает такая перспектива, то предлагаю рассмотреть наше предложение. Речь пойдет о интернет-магазине. Сейчас интернет повсюду. Интернет очень прочно вошел в нашу жизнь. Интернет можно использовать по-разному. Кто-то играет в елочки, в сокровища пиратов, в чудеса, а кто-то качественно улучшает свою жизнь с помощью интернета. Интернет сейчас повсюду. 85 российских интернет-пользователей уже совершили хотя бы одну покупку онлайн. 50% интернет-пользователей совершают покупки постоянно. Каждый день это число растет. Я думаю, вы со мной согласитесь. Возможности интернет сегодня – это абсолютно все, что только можно. Это самое главное – государственные услуги. Оформление паспортов, загранпаспортов – все делается через интернет. Электронные талоны в поликлинику, оплата любых квитанций, неважно, это школа, жилищно-коммунальные услуги, ГИБДД или еще что-либо. Даже покупки на самолет и железную дорогу тоже совершаются через интернет. Итак, интернет-магазин. 1800 наименований. Продукты, которые не надо продавать. Почему именно эти продукты? Почему продукция естественного спроса? Потому что каждый человек, независимо от его возраста, дохода, времени года, политической ситуации в стране или курса доллара, по утрам что делает? Чистит зубы, умывается, да, мужчины бреются. Это продукты естественного спроса. Эти товары не надо продавать, они сами себя продают. Люди и так их покупают. И далее. Товары в нашем интернет-магазине намного дешевле. Почему? Давайте рассмотрим классическую схему продвижения товара. Итак, на заводе производители произвели зубную пасту. Стоимость этой зубной пасты составляет 40 рублей. Производитель накинул проценты и продал эту зубную пасту крупным дилерам. Крупные дилеры накинули свои проценты и продали эту зубную пасту местным посредникам. Местные посредники накинули свои проценты и продали эту зубную пасту магазинам. Магазины накинули свои проценты, создали рекламу и продали нам, покупателям или потребителям. В результате до нас эта зубная паста дошла за 120 рублей. Как вам это нравится? Дальше. Потребители интернет-магазина, то, что предлагаем мы, покупают напрямую у производителя. Они минуют все эти накрутки дилеров, посредников, магазинов, и поэтому здесь они начинают существенно экономить. Интернет-магазин позволяет экономить, приобретая эти же самые продукты естественного спроса для себя со скидкой от 20 до 65%. Почему дешевле? Ну, здесь все просто, да? Мы не занимаемся рекламой в СМИ, нам не надо арендовать помещение, нам не нужны сотрудники, такие как бухгалтера, кассиры, продавцы. Арендовать помещение нам тоже не нужно. Поэтому получается продукция вся дешевле. Доставку продукции до потребителя, логистику, бухгалтерию, все это на себя берет компания-производитель. И следующее. В наше время, на рынке очень успешно развиваются сети. Посмотрите, все, абсолютно все, где вы совершаете какие-либо покупки, это сети. Это и одежда, и бензин, и продукты, и строительные материалы, и ювелирные изделия, и бытовая техника. Абсолютно все. Все продается и доходит до нас через сети. Соответственно, эти сети пользуются спросом огромного количества людей, и поэтому мы тоже развиваем сеть интернет-магазинов. Учитывая все эти факты, наш бизнес стремительно растет.
Наша деятельность подходит всем без исключения, независимо от пола или возраста, или вероисповедания. Но с активной жизненной позицией, готовой управлять и развивать свой интернет-магазин по всей стране. Условия: 2-3 часа в день, желание обучаться новому виду деятельности и применять знания на практике. Что конкретно мы с вами будем делать? Ну, так как это новая профессия, самое главное, что мы будем делать, это обучаться. Обучение бесплатно, проходит в режиме онлайн при помощи интернет-ресурсов. И второе, так как у вас будет свой интернет-магазин, ваша основная задача будет раскрутка этого интернет-магазина, направление людей в этот магазин. На сегодняшний день самым эффективным способом является реклама в социальных медиа. Это тренд по-другому. Наша задача давать рекламу на досках объявлений, в социальных сетях, как и так далее. Да? Как это сделать? Все инструкции есть, и вы получите их на обучение. Почему я именно говорю о интернет-магазине? Филиалы наших интернет-магазинов есть в 60 странах мира. Имея такой масштаб, невозможно работать по схеме работодатель, наемный сотрудник. Да? Как будет строиться наше с вами сотрудничество? Есть официальный сайт, на котором мы проходим регистрацию в компании. Сохранность данных и использование их по назначению гарантированы компании в соответствии с федеральным законом 152 о персональных данных. На ваше имя открывается личный кабинет, в котором вы сможете отслеживать все операции своего магазина, вы становитесь собственником и работаете на себя. В дальнейшем все, что вы наработали, вы ваше дело можете передать по наследству. Обращаю ваше внимание, что никто заставлять работать вас не будет, уволить вас не могут, начальников у вас нет. И если вы захотите зарабатывать деньги, то только вы сами сможете заставить себя. Давайте рассмотрим, какой же доход вы будете получать и откуда деньги. Каждый человек на свете, начиная с рождения и до продвинутого возраста, пользуется средствами гигиены. Мыло, зубная паста, зубные щетки, шампуни, гели для душа, пены для бритья. Да? Давайте посчитаем товарооборот этих продуктов на примере города Челябинск. Смотрите, город Челябинск, город-миллионник, население 1 200 000 человек. Среднестатистическая семья состоит из 4 человек. Семей в городе 300 тысяч. Средняя семья из 4 человек на продукты гигиены тратит 1000 рублей. Таким образом, только один город Челябинск в месяц создает товарооборот на 300 миллионов рублей. Этот товарооборот проходит по сети магазинов, о которых мы говорили выше: Ашан, Магнит, Литуаль, Яблоко и так далее. И каждый из нас посещает этот магазин и является участником этого товарооборота. Огромная сумма, правда? Значит, этот процесс остановить нельзя. Люди мылись, моются и будут мыться. Средства гигиены стоят на втором месте после продуктов питания по востребованности. Значит, этот процесс можно организовать и зарабатывать хорошие деньги. Задумайтесь над этим слайдом. Посчитайте свой город. Проведите расчет своих трат. А теперь давайте представим, что у вас уже есть свой интернет-магазин. Логично, что покупки для семьи вы будете совершать в своем интернет-магазине. Это выгодно для вас. Но согласитесь, глупо ходить за такими же товарами в сети магазинов, если у вас есть своя сеть магазинов. Таким образом, в своем интернет-магазине вы не только зарабатываете, но и экономите семейный бюджет. Большинство людей, которые узнают о вашем интернет-магазине, тоже захотят экономить и зарабатывать. Эти люди будут делать покупки на разные суммы. Кто-то делает на 100 рублей, кто-то делает на 200, кто-то на 500, кто-то на 5000, да? Но по статистике средняя семья из 4 человек тратит на продукцию гигиены 1000 рублей. Трафик вашего интернет-магазина будет постепенно увеличиваться. Через некоторое время это будет 1000, 10 тысяч, 100 тысяч семей и так далее. Смотрите, 100 тысяч семей купили себе продукцию гигиены на 1000 рублей. Вы организатор товарооборотов 100 тысяч, ваш доход 10 тысяч рублей. Тысячи семей купили себе продукцию гигиены на 1000 рублей. Вы организатор товарооборотов 1 миллион рублей, ваш доход 100 тысяч. 10 тысяч семей купили себе продукцию гигиены на 1000 рублей. Вы организатор товарооборотов 10 миллионов, ваш доход 1 миллион рублей. Мы с вами считали, что в городе Челябинск, город-миллионник, 300 тысяч семей. Да? Для сравнения, здесь для того, чтобы получать 1 миллион рублей, нам нужно организовать всего 10 тысяч семей. Или, например, город Братск, маленький город, 58 тысяч семей. Ну или в город, в котором я проживаю на данный момент, город Магнитогорск, 110 тысяч семей.
А всего городов в России 1114. И при этом вы можете развивать свою сеть не только в России, но еще и в 59 странах мира. Поэтому выйти на доход в 1 миллион рублей очень даже просто и реально. Основная формула интернет-магазина – 1, 10, 100 тысяч. Что это значит? Один человек никогда не сможет продать столько, сколько могут продать 10. 10 человек никогда не смогут продать столько, сколько могут продать 100 человек. Но 100 человек никогда не продадут столько, сколько купят лично для себя 1000 человек. И вот на этой простой формуле вы можете зарабатывать 5, 10, 15, 500 тысяч рублей, миллион, 5 миллионов, неважно, потолка в доходах нет. Как вы думаете, сможете ли вы выделить 2-3 часа в день, чтобы раскрутить свой интернет-магазин? Но самое главное, мы материально заинтересованы в раскрутке вашего интернет-магазина, поэтому будем вам помогать в наполнении его покупателями. Это командная работа. Наше сотрудничество является взаимовыгодным. Пока вы разбираетесь, обучаетесь, товарооборот вашего интернет-магазина начинает расти. Благодаря этому развитие идет очень быстро и нет потолка доходов. Таким образом, вы получите готовый бизнес под ключ. Официальный. С компанией-производителем мы заключаем договор возмездного оказания услуг. Зарплаты платятся не 12 раз в год, а 17, не один раз в месяц, а один раз в 3 недели. Выплаты мы получаем на расчетный счет в банке. Банк вы выбираете по своему желанию. Точно так же, так как мы работаем в законодательстве, соблюдая все законы Российской Федерации, мы платим отчисления в пенсионный фонд и можем передать бизнес по наследству. Вот бухгалтерская справка, которую каждые 3 недели присылает нам компания-производитель и перечисляет эти деньги на расчетный счет в банке. Все официально. Опять же, да, потому что соблюдаются все законы Российской Федерации. Для развития своего интернет-магазина очень важно выбрать надежную площадку и поставщика. Мы выбрали компанию, которая на российском рынке занимает 3-е место по онлайн-заказам. Первое место – железная дорога, 2-е место – компания Аэрофлот, 3-е место – компания Oriflame. Мы выбрали именно эту компанию, потому что она дает возможность, не выходя из дома, развивать и управлять международным бизнесом. Компании 50 лет, она уверенно стоит на ногах и постоянно развивается. Доставка продукта происходит без вашего участия в самые отдаленные уголки страны. Также компания за хорошую работу предлагает программу «Мой автомобиль». Корпоративные выезды за границу, все бесплатно, все включено. Подумайте, что вы теряете, если попробуете? В любом случае, регистрация вас ни к чему не обязывает, но вы можете посмотреть всю систему изнутри. Если вы приняли решение попробовать, обратитесь к человеку, который дал вам данное.